Первый пошел у нас. Вот они. Готовые, красивые. Это помните, которых подкинули в коробочке? Персиковые ее и мешок хлеба сухого нам подарили. На всю жизнь. На всю жизнь, да. Все готово, скажи. Следующий персик. Второй пошел. Это из той же коробочки, подкинутой нам. Это котик персик. Очень ласковый, вот, кстати. Кому котика, видите, уже чики-брики сделаны. Метить не успел, гулять не успел. Девственником костылировали. Живодеры. Решили, лишили радости отцовства. И кошку радости материнства. Сбитый котик, который думали котика, это кошечка. У нее пуля внутри. От воздушки причем. Обалдеть. Вот тебе, пожалуйста, бедненькая. Это веслоушка, которую на Родниковой сбили. Обалдеть, бедная ты, писунь. Причем она уже вросла. Вот представь, как, да, внутри. Это куда попали, стреляли? В бок, в брюшину. Вот тварь, а. Жесть. Гляньте, а-ля мейн-куниха наша веслоухая. На пол стола огромная. Еще и храпит, короче. Кабанера такая. Реально здоровая. Она явно с мейн-куном помимо. Глянь, у нее еще этот окрас прям тигровая пузя. Пузя тигровая.